Арест экс-главы города Олега Сорокина продлен на 3 месяца до 17 мая 2018 года. Решение принято сегодня на заседании в Нижегородском районном суде. Таким образом, ходатайство следователя удовлетворено. Напомним, еще в декабре прошлого года бывший глава города просил смягчить ему меру пресечения, однако суд жалобу не удовлетворил. Сегодня Олегу Сорокину вновь было отказано в просьбе поместить его под домашний арест на время следствия. Семья экс-мэра для смягчения меры пресечения была готова внести за него залог. 50 миллионов рублей. Однако, по мнению следователя, изменить меру пресечения обвиняемого нельзя, так как он может скрыться за пределы Российской Федерации. В качестве аргумента следствие привело тот факт, что жена и сын Сорокина находятся сейчас за границей. Напомним, бывшего главу Нижнего Новгорода обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Олег Сорокин был арестован 19 декабря.